Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня среда, 8 декабря 2021 года. Я вас приветствую из Брюсселя, и мы продолжаем говорить о политике. Итак, я решила встать неподалеку от украинского представительства в ЕС. Это не просто так, это не случайный выбор. Вы видите за мной в мизансцене украинский флаг, он красиво развивается на ветру, и я думаю, что вы также можете насладиться сейчас этим прекрасным старинным бульваром Брюсселя, где находится это представительство. И я делаю это не просто так, а потому что я хочу поговорить про Украину, про то, что значит исход переговоров между Путиным и Байденом для наших украинских друзей в первую очередь, ну и для всех тех, кто переживает за эту ситуацию, возможного углубления конфликта, потому что если мы будем говорить правильно, то это будет звучать именно так, углубление конфликта, потому что конфликт уже имеется, и был серьезный риск, или нам говорили о том, что есть серьезный риск для его эскалации. Итак, в первую очередь я очень положительно оцениваю тот факт, что лидеры проговорили 2 часа, значит, диалог состоялся, и, значит, он был хорошо подготовлен дипломатами с обеих сторон, это уже очень положительный момент. Это значит, что нет риска немедленной эскалации, по крайней мере, в настоящий момент его нет, потому что иначе бы они не договорились о работе в различных форматах, дипломатических форматах, то есть это тоже очень положительно. И я думаю, что самый главный положительный результат заключается в том, что цели американских политтехнологов достигнуты, и сегодня газеты пестрят заголовками типа «Байден остановил Влада». И, конечно, по этим заголовкам становится понятно, какова была цель этой кампании в прессе, потому что это была целая кампания в прессе, которая нагнеталась, драматизировалась. И вот результат, когда первой строчкой ведущая газета в США прописано, что Байден предупредил Путина. Байден сказал Владу, что если русские перейдут красные линии, то им отключат Nord Stream и Swift. И переговоры удались, потому что теперь в разных дипломатических форматах они будут продолжаться. То есть, видите, Джо Байден предстал как колосс внешней политики. И теперь никто уже не говорит про то, что сейчас в Кабуле проходят разные парады талибов, которые красуются и обкатывают американскую технику. Никто уже не говорит про то, что у Байдена проблемы со здоровьем, что он должен передавать Камале Харрис руль кормила власть и идти и отправляться в больницу на вертолете. Нет, об этом никто уже не говорит. Уже все газеты пестрят этими заголовками о том, какой он сильный лидер и как замечательно ему удалось остановить Влада. То есть можно понять поэтому, что цель достигнута. То есть политтехнологи умело перевели стрелки, они достигли своей цели. Я думаю, что в настоящий момент никакой дальнейшей эскалации не будет, потому что она и не планировалась никакими серьезными игроками, потому что нет такого внешнего игрока, который бы хотел эскалации этого конфликта. Потому что надо понимать, что в настоящий момент 60% от украинского ВВП идет на обслуживание долгов. То есть правительство Украины последовательно вгоняли страну в долги. Ну, это все знаете, особенно украинские собеседники. Поэтому в настоящий момент сложилась система, при которой Украина получает новые транши для того, чтобы быть в состоянии обслуживать эти гигантские долги. И если появится конфликт, то есть он углубится, скажем так,
потому что он уже имеется, то, соответственно, пойдет процесс очень быстрой балканизации Украины. Об этом мы можем говорить отдельно, почему такой процесс неизбежен в случае углубления конфликта. И, соответственно, обслуживать эти грандиозные долги будет невозможно. И, скорее всего, никто никогда их назад не выплатит. То есть это будет финансовая катастрофа для всех тех, кто вложил колоссальные деньги в эту страну. Поэтому говорить о том, что, скажем, США или Европа заинтересованы в таком конфликте, не имеет смысла, потому что они в течение уже многих лет являются основными вкладчиками в украинскую экономику. Но это еще не все, дорогие друзья, потому что надо понимать, что в случае эскалации конфликта Польша не намерена к себе больше никого пускать. Мы уже это поняли. То есть они охраняют свои границы. И они говорят о том, что у них уже есть 2 миллиона украинцев, которые живут и работают. И это более чем достаточно, потому что это интегрированные люди. И у их экономики нет никакой необходимости привлекать дополнительную рабочую силу. То есть страна полна, скажем так. Это будет корректно, политически корректно. И поэтому, если будет балканизация, если случится углубление конфликта, за которым последует балканизация, как это называется, Украины, соответственно, все беженцы пойдут в Россию. И в Кремле это тоже прекрасно понимают, что это будет колоссальная гуманитарная катастрофа. И с этой гуманитарной катастрофой придется иметь дело именно Российской Федерации. Поэтому там никто не горит желанием тоже углублять этот конфликт. Там тоже все заинтересованы в том, чтобы его не случилось. Там тоже все заинтересованы для того, чтобы чахлая, побитая коррупцией украинская государственность продолжала существовать, реформировалась и как-то укреплялась. Потому что никто не заинтересован иметь вот такой балканский вариант у себя на пороге. Но, дорогие друзья, это, конечно, касается исключительно внешних игроков, потому что я имею в виду здесь и Евросоюз, и США, и, конечно, Россию, но разговор о внутренних игроках совсем другой. Я бы не хотела все смешивать. Если вам интересна эта тема, напишите мне, пожалуйста. Вот видите, я стою на рыночке, где уже продаются новогодние ели, потому что я рядом с церковью. Вот видите, здание церкви. И здесь рядом находится рыночек, базар, новогодний базар елочек. Вот он тоже создает определенное настроение. Я думаю, что такое же настроение рождественское должно быть у вас, потому что, видите, неприятности, настоящие или мнимые, в настоящий момент миновали, это хорошая новость. Я, конечно, жду ваших реакций, я жду того, насколько вам интересно это обсуждение внутренней ситуации, обсуждение планов киевских властей, по крайней мере, так, как они видятся из Евросоюза. Я не просто так стала рядом с украинским представительством в ЕС, потому что я хочу подчеркнуть это так, как это видится из Брюсселя. И, конечно, мне интересно то, как это видится вам, как это видится нашим украинским друзьям. И особенно, конечно, как воспринимают сильного лидера Джо Байдена наши американские собеседники. Всем удачного дня!